Главной причиной всех ДТП многие эксперты называют безответственность. Ситуацию на дорогах сегодня обсуждали в ГИБДД Почувашии, подводя итоги минувшего года. О том, стали ли дороги безопаснее, а также о наиболее резонансных делах, рассказал начальник госавтоинспекции. Подробнее Ольга Григорьева. Количество ДТП снизилось, число погибших и раненых сократилось, а ДТП с тяжкими последствиями уменьшилось. В начале встречи Владимир Романов рассказывает, каким выдался прошлый год. До идеального порядка на дорогах все еще далеко. По данным госавтоинспекции, в минувшем году произошло более 2000 ДТП. Свыше 250 человек погибли, еще более 2600 ранены. В дорожно-транспортных происшествиях, как правило, виноваты водители в 88% случаев. Вина пешеходов почти 18%. А еще плохое состояние улиц и дорог – 17%. Законодательство ужесточается, но проблемы, к примеру, пьянство за рулем – это не искореняет, констатируют в ГИБДД. Нетрезвых меньше не стало. Меньше не стало в этом направлении. Наверное, законодательство не предусматривает в будущем, наверное, или уголовную ответственность будет рассматривать, или все-таки ужесточение в отношении таких лиц, которые управляются в нетрезвом состоянии, может и конфискация транспортных средств. Зачастую скорость авто не соответствует конкретным дорожным условиям. Водители не соблюдают очередность проезда перекрестков. Нередко выезжают на полосу встречного движения, а еще превышают скорость. В республике стало больше ДТП с участием детей-пешеходов. Неправильно переходили дорогу. Понятно, что за парты в таких случаях в первую очередь было бы верным усадить родителей. Что и говорить, если по-прежнему детей перевозят в автомобилях без удерживающих устройств и специальных кресел. Мы изучили опыт других регионов. Сейчас изучаем опыт Свердловской области. Хотим подключить сюда руководителей и представителей по правам человека и также по правам ребенка. Я думаю, в этом направлении, в новом году, направление деятельности у нас будет положительный тоже опыт. Без внимания сегодня не остаются резонансные дела. Интернет-пользователи интересуются правонарушением, которое совершил водитель Audi 4 в прошлом декабре в Чебоксарах. Якобы участником этого происшествия был родственник одного из высокопоставленных чиновников столицы. Данный материал расследует инспекторами по розыску отдельного батальона МВД. После задержания, то есть когда преследовали данную автомашину, да, произошло, значит, как вы говорите, значит, мелкие дорожно-транспортные происшествия с механическим повреждением. После преследования задержали двух, значит, как сказать, участников в этой машине. Другие скрылись. Ну, сегодня назначено административное расследование. Срок заканчивается 16 февраля. Только после расследования можно будет вернуться к деталям дела, что пообещали сделать в ГИБДД. Но решение, конечно, будет выносить ФИМИДА. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.